Итак, всем привет, друзья, с вами я, Слава Пикачу. И да, немножечко возродится Бравл Старс. Но потом я сразу буду делать флекс. Короче, сегодня я вам расскажу, как получить секрет этого персонажа. Надо вспомнить сейчас. Лимон Демон. Короче, его зовут Лимон Демон. Для начала мы должны создать код команды и написать в чат вот такую вот секретную команду, которая сначала напишем. Сначала мы напишем Монстер. Потом вот так и отправляем. Далее мы должны опять то же самое. Монстер. И делаем вот так, чтобы у нас было где-то, ну так. Далее мы должны зайти. Вы должны зайти к одному бойцу. Вау, хардкор. Ну любой боец. Я лучше выберу Скулька. Вы можете выбирать Скулька. Мне за Скулька. Для начала вы должны убить вот этих двух. Без ульты. Просто без ульты. Убиваем этих ботов. А самое главное, надо сначала музыку отключить. Иначе это будет 89%. Для тех, кто не везучий. А, ну да, забыл. Ребята, теперь убегаем. И вот сюда вот бросаем. Затем выходим. И тестируем нового персонажа. Это Скрик. Еще Скрика выбрал. Затем нам надо умереть. Как думаете, как мы можем умереть в этом испытании? А все очень просто. Подходим к нему. Затем выходим. После того, как мы умерли, мы выходим. И тестируем старых бравлеров. Такие Шелли, Кольт. Ну и... Можно Бока. Вот это очень, вот просто очень старый персонаж. Я возьму Шелли. Ведь за нее очень удобно убивать. Подходим к этому боссу. Убиваем его. А я это ускорил. Thank you.
затем после того, как Let's мы убили босса, зашили кольта или тока, неважно с какой скоростью, но главное, чтобы убили. Вы должны забрать вот этого. Вот, видите, тут рядом монстр стоит. Правда, у него описания нет, потому что это жуткий персонаж. И он появился самым первым просто. И сюда Шелли. Короче, задумка была старая. Однако в игру они решили просто скрыто добавить. И тогда было все уже 2D. А сейчас мы 3D. Как мы видим, у меня новый боец. 8 бит. Однако, ребятушки, мы можем активировать монстра. Вот мы можем... Я когда-то трики выбивал, и у меня... Короче, просто... Я вам расскажу. То есть, что вот это вот 8 бит. Но монстра можно активировать. Гаджет. Сначала мы должны его испытать. Для начала. И... Я плюс его ищу. Убить вот этих ботов. И тут будет монстр вместо монстра. Но 8 бита это можно переключить. Если они снова появятся, ничего страшного. Затем 8 бит медленный. Затем бросаем вот сюда ульту. Убиваем. Well done. И... Блин. А, блин, это не другое. Я перепутал. Короче, просто нажимаем вот сюда. Меняем вот это на, угадайте, какую именно, вот это вот надо менять на вот это вот. Зачем надо просто использовать вот этот маленький и выйти. Game not over. Тут картинка теперь вместо 8 бита. Теперь тут картинка просто недвижущаяся. Но я могу выйти. И тут будет теперь 8 бит. Ну ладно, пока. Кстати, еще можно поиграть за этого монстра. Ну ладно. Короче, пока. Выбираю 8 бита. И играю за него каточку. Все, пока. Сейчас я буду открывать ящики.